Шокирующие кадры. Элитный внедорожник намеренно выезжает на встречную полосу движения и сбивает мирно стоящего на обочине человека. Жертвой неадекватного водителя стал 21-летний курсант. Водитель «Мерседеса», не останавливаясь, развернулся на огромной скорости, покинул место ДТП. Курсант от удара отбросило на несколько метров, ударило эту стену. Его отвезли в больницу скорой помощи. Врачи диагностировали серьезное сотрясение мозга, открытые раны головы, ушибы рук и ног и грудной клетки. За рулем внедорожника находился 45-летний Вячеслав Дмитриенко. Его дом находится всего лишь десятки метров от места аварии. Двухэтажный особняк из красного кирпича. По периметру камеры наблюдения. Ставни на окнах плотно закрыты. С соседями Дмитриенко не дружил. Человек, не совсем адекватный. Похоже, что Дмитриенко верил в свою безнаказанность. Неадекватным поведением хозяин «Мерседеса» отличался и раньше. Сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения. На этом видео он внезапно разворачивается посреди транспортного потока, подрезает другую машину, а потом еще и лезет в драку. Поворачивает там, где вообще нельзя. Возможно, он рассчитывал на связи своих родных. Его мать – профессор, доктор медицинских наук, долгое время возглавляла одно из медучреждений города. Откуда, по некоторым сведениям, она ушла после скандала, связанного с финансовой отчетностью. Проверка нашла недостачу в несколько миллионов рублей при ремонте томографа. Ее сын числился директором фирмы, оказывающей медуслуги. В последнее время он сидел без работы дома, где его сегодня и задержали. Установлено местонахождение подозреваемого, и он задержан по подозрению в покушении на убийство. Пострадавшего выписали из больницы. С ним уже встречали следователи. Беседовали они и с очевидцами аварии. На его машине до сих пор хорошо видны следы от удара. В ближайшее время суд выберет для него меру пресечения.